Документы на ребенка можно оформить через смартфон. С начала года через ProActive оформлено более 6 тысяч свидетельств. Это удобно и быстро. Сотрудники ЦОНа поздравили молодых мам с наступающим Днем Матери и разъяснили им правила получения этой важной услуги. Новая услуга оформления документов через ProActive появилась больше года назад. И теперь мамы прямо в стенах роддома могут получить сразу три госуслуги. Подать заявление на свидетельство о рождении, на назначение социальных пособий, а также поставить ребенка на очередь детсад. Для нас это очень нужная услуга. Раньше было много волокиты с документами, стояли в очередях, теряли много времени. А теперь все просто. Приходит СМС, отправляешь сведения о ребенке для получения свидетельства о рождении. Очень удобно. Матери новорожденных могут не приходить в ЦОН и через свой мобильный телефон получить необходимые услуги. В настоящее время мы проводим разъяснительные работы в больницах и роддомах. Учим матерей пользоваться госуслугами через Telegram-бот. На сегодня через СМС назначено 957 пособий в связи с рождением ребенка. 1039 детей поставлены на очередь в детсад. И еще госкорпорация «Правительство для граждан» объявила конкурс «Цифровая помощь матерям». Нужно выложить пост в Инстаграме о личном опыте использования услуги ProActive, а также зарегистрироваться на официальной странице ЦОНа. Авторы трех лучших постов получат месячный запас подгузников, еще 5 – сертификаты на продукты питания и средства ухода. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября. Айгерим Туриман и Саша Арипов, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».